едем суп. Мы, короче, находимся сейчас Горки город. Это такое место есть у нас на юге, на Красной Поляне. То есть это горнолыжный курорт. Летом он не совсем горнолыжный, он превращается в такой себе фрирайд. Тут катаются, в общем, все на чем только кто сможет. В общем, все, что может съехать с горы, вы можете на всем съехать с горы. Но не суть. Сегодня здесь проходит мероприятие. Мы здесь уже 2 дня. Сегодня проходит мероприятие компании Sony, направленная на расширение, наверное. Это такая новая для меня тема, я никогда этого, короче, не видел, не участвовал. Программа направлена на расширение знаний, наверное, да? Людей, которые занимаются непосредственно продажами цифровой техники. То есть это телевизоры, аудиосистемы, акустика какая-то носимая, неносимые наушники, там прочее. Ну, в первую очередь, конечно же, телевизоры. Потому что Соньки, да, вы знаете, они являются именно одними из, наверное, лидеров в производстве телевизоров. Именно, да, каких-то комплектующих для телевизоров и прочее. Ну и давайте посмотрим, если кому-то, конечно, будет интересно, что здесь происходит. Эти все чуваки. Скорее всего, что есть. Это все. Как правильно все эти люди называют? И есть возможность менять схему разговаривания. То есть это либо двойное стерео, слушай, либо китайцев, либо объем на звук стерео. Да. Развивается. Я угадал, вот это вот то, что вы видите чуваков, которые консультируют в магазинах. Они все учатся у него. Я в кино попаду! Нифига себе! Таран в кино! Вот это да! Все, причем я приехал, чуваки! Причем я удивился, он из Екатеринбурга. Я думал, они там вообще все отбитые, отмороженные. Смотри, чувак. Чувак, реально. Он пришел, и он сегодня, вчера настраивал здесь вот эти пластиковые колонки, чтобы они играли, как какая-то дорогая аппаратура. Ну, да, реально, это реально круто. Чуваки, едем домой. Жалко, 2 дня пролетело быстро. Клевые чуваки. Огромное спасибо всем ребятам из Sony. Sony вообще познакомился с генеральным директором Sony Россия. Это так круто. Я напоминаю, я не работал. Я ездил просто, снимал, ну, непосредственно вот этот бложек. Вот теперь едем обратно вниз.
едем на Розу Хутор, там меня ждет ласточка, и едем домой в Краснодар. Завтра начинаются снова трудовые будни, свадьбы и все из них вытекающее, друзья. В общем, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на второй канал, репостите видосы, рекомендуйте. Давайте учиться вместе, давайте развивать канал, давайте что-то делать вместе. Все, всем пока, чуваки.